канал Лео Геймс. И всем привет, дорогие геймеры, с вами канал Лео Геймс. И сегодня я хотел заснять обзор на супер крутую игру по названию Need for Speed Underground 2. И давайте начнем. Сегодня на улице наступил вечер. Сейчас вам покажу вам точно. Ну вот, на улице вечер. Вот. На улице вечер. Ну и рядом со мной Аксик. Привет, Аксик. Привет. Чё, не спишь? Давай, спи. Так, возвращаемся на место. Да, это всё-таки круто, что в игре Need for Speed Underground 2 все гонки проходят за ночью, и у нас на улице ночь. Это такая, блин, удача, что я играю именно в такое время. Да и такая сегодня такая атмосфера, такая, как в этой игре. Блин, ну это очень круто. Блин. Да. И вот перед вашими глазами стоит та самая машина из фильма «Первый форсаж». Это Mitsubishi Eclipse Пола Уокера. Но я могу сейчас то без слов вам ее показать вам. Вот такая Митсуба. Нажимаем карьера, продолжить. Ну, давайте быстро я покажу свою коллекцию машин. Начнем с первой машиной. Это Peugeot 206. Вот так она выглядит. В красном золотом цвете. С вот таким спонсором. Потому что я подписал контракт на этот спонсор. Да, вот это классная тачка. Я на ней поставил супер крутые диски, которые выиграл у уличных соперников. Такие тоже редкие. Ну, такая пижошка. Дальше. Audi TT. Тоже в таком же практическом виниле. Только только цвета расположены по-другому. Здесь там желто-красный, а там красно-желтый. В принципе, и нечего тут рассказывать о ТТшке, но такая себе аудюшка. Но куда же без рассмотра Toyota Supra? Вот она, всем любимая Toyota Supra. Я сделала вот в таком зеленом цвете, в оранжевом таком виниле. Я внизу туда наклейки наклеил, зеленое стекло, затонировала оранжевое стекло, поставила оранжевые зеркала, суппорты зеленые. А почему-то выхлоп у меня зеленый. На самом деле. Ну, ничего странного. Пусть он зеленый будет. Ну и оранжевый спойлер. Правда, плохо видно. Но на самом деле он оранжевый. Да, вот такая Супра. И у меня есть одна крутая машина. Это не просто машина, а внедорожник марки Линкольн. Тоже такой классный внедорожник. Я первый раз вообще вижу, чтобы в игре Need for Speed были такие вот внедорожники. Да, я первый раз такое вижу. И еще к тому же, мои дорогие подписчики, мы будем на этом Линкольне гонять по городу. Ну, не гонять, а выполнять гоночки всякие. Берем его. А, он взят уже, забыл. Возвращаемся в город. Так, сейчас я быстро покажу я карту. Так, вот так выглядит, собственно, карта. Так, это вот центральный район, вот он, вместе с аэропортом. Это старый город. Вот этот вот район называется Навгорье. Вот это Нагорье. Это район называется Порт.
А вот эта вот половинка, вот это вот, это западный порт, который не открыт. Да, и в игре существует несколько видов магазинов, а именно магазин кузовных деталей, автосалон, аксессуары магазины, магазин аксессуаров, магазин покраски, магазин запчастей, ну и все. Ну и, конечно же, гараж. И в игре существует несколько видов гонок, а именно кольцо, драг рейсинг, дрифтинг, спринт, стрит икс, гонка на джипах и профессиональная лига. Самая тяжелая из всех видов гонок. Ну и особые места, которые отмечены желтыми звездочками. И мы сейчас будем направляться вот сюда. Вот туда. В одну гоночку. Мало. Так, мы выезжаем из порта. И поехали в город. В центр, точнее. Да. Ух ты, блин! Смотри, куда прешь. Да. Я хотел вам рассказать, мои дорогие подписчики. В этой игре не только присутствуют гонки, которые отмечены на карте, но и есть еще один тип гонок, который я забыл вам назвать. А именно скрытые гонки. Да, это те же самые скрытые. Это те же самые гонки, которые не подсвечиваются на карте. Да. Нет, как не подсвечиваются. Да. И в игре. Как там сказать, боже мой. Не скрытые гонки. А, точно. В игре Need for Speed Underground 2 есть одна особенность. В игре. Да ты уесть-то, блин. Короче, в игре Need for Speed Underground 2 есть одна интересная особенность в городе. В городе могут создавать не только обычные гонки, но и скрытые гонки. Это те же самые гонки, только не подсвечиваются на картах. Я показал те гонки, которые подсвечиваются на карте. А есть те, которые не подсвечиваются на карте. А вот и первая гоночка на джипах. Так, мы проехали, проехали, проехали. Так. Назад. Нажимаем. Ну, ничего себе. Трасса. Значит, это, походу, это спринт. Три, два, один. Погнали! Отличный старт. Не, это круг. Эй, вы, чего вы толкаетесь? А ну идите нафиг. Давай, мой Линкольн. Обгони еще этих двух Линкольнов. Блин, мне камера почему-то не хочет фокусироваться. Ну вот так нормально. Капец, два круга. И сложная трасса. Да, я забыл, мои дорогие подписчики, рассказать, что в игре Need for Speed Underground 2 присутствуют неприятные вылеты. Из-за чего может, например, как... вылететь, например, как из карты один из магазинов, там, гонок и так далее. Но всего мне что-то не было ни за разу вылетов. Ну, пока что все нормально. Я тебя догоняю, Линкольн. Потихонечку. Да, я вообще-то уже не первый раз уже участвую в гонках на джипах. Эх ты. Жалко, что я забыл поставить кнопку нитро. Ой, баллон с закисью азота. Ну да ладно уже. Пофигу. Так, надо здесь быть осторожным, потому что мы заезжаем в такое вот место. Надо быть осторожным, чтобы не врезаться никуда. Ух ты! Нифига себе! Так колбасит мою... моего внедорожника.
Ой, тихо, тихо, там двери специальные, ух. Блин, и к тому же соперник срезал. А я, блин, не успел срезать. Ничего, я его обгоню его. На улице дождь пошел. О, я его вижу. Сейчас я тебя догоню. Давай, давай, давай! Догони! На тебе! У-ху! Ой! Так, отлично, мы срезали. У-у, тихо! Блин! Врезался я. Вот так тебе и надо. Фух, едва его затаранили. Получай. Ненавижу, блин, этих соперников. Ну, их баню. Так, где они? А, их вижу. Блин, это так долго, что ли, гоночка так длится? Офигеть. Так, последний круг. О, самолетик летит наверху. Блин, ничего страшного. Ай. Давай, 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 набирай скорость. Блин, опять врезался. Ну да ладно. Я не мастер по управлению машин, ну, как умею. Отлично, мы проехали между двумя вот этими колонками на заправочной станции. Сейчас мы будем заезжать в сам порт. Я имею в виду само место это. Ух. Там и поезда стоят американские. Так, здесь будет опасный участок. Главное не профукать вот этот, как его... срез. Вот этот вот, который показывает сейчас стрелочками. Вот, видите? Здесь мы его не профукали. Я заставил всех гонщиков врасплох. Ой. Так, давай, давай, давай. Последний круг уже. Ну, давай, давай. Ой. Так, чуть-чуть поправлю. Блин, мне нравится район Форт. Ой, порт. Я думала, что район порт такой жутковатый, но на самом деле он не жутковатый. Это личное мое мнение. Ну, о порте.
Ну, напишите в комментариях, какой у вас самый любимый район. Ну вот, к примеру, мой любимый это центральный район. А мой... А у вас какой любимый район в этом городе Бэйвью? Да! Да. И в этой игре не Frostbit Underground. Вот когда вот только что был трамплинчик, я сразу такой как... Появилась такая как... небольшая как... такой крутой момент, где я прыгаю, и что я могу назад показать. И вы поймете, о чем я говорю. Думаю, вы поняли, о чем я. В общем, вы поняли. Так, уже последний круг. Давай, 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 давай. Блин, жалко, что я не поставила туда баллон с закисью азота. Ну да ладно. Я этот джип приобрел только что, вообще-то. Да. Победа. Вот встречает сразу вся толпа. Возвращение в город. Вот только что произошел вылет. Ничего странного, сейчас перезагрузим. Так, в игре только что произошел вылет. Я, по-моему, говорил или не говорил, что в игре Need for Speed Underground 2 происходят такие вот неприкольные вылеты. А, я, по-моему, уже говорил, по-моему. Так, что здесь новенького? Ничего интересного. Ну, ладно. Я и так уже все гонки на джипах уже прошел до вылета. Ну, давайте, что ли, сделаем Street X. Ну, давайте Street X сделаем. Только мне надо сначала... Дрифт, дрифт. Мне надо только сначала машину поменять. Давай-то это будет... ТТ-шка. Так, выходим. Так, извини. Так. Так, поехали на порт. Включаем нитро на мощь. На всю мощь. Ух, как нормальненько так. Воу! Тихо! Я еще хотел рассказать еще мои дорогие... Ой, боже! Да, я совсем... Я забыл рассказать мои дорогие подписчики, что сделать, если закончилась нитро. Задача твоя — сделать как можно больше опасных маневров для дрифта. И тогда будут пополняться... Ну... Сам вот этот вот... Нитро, точнее. Так, вот он, дрифт. Ух, нифига себе! Вот так трасса. Поехали. Так, у нас тут Эклипс, Королла. И... Воксхолл Корса. Поехали! О, отлично! Отлично, моя Audi TT. Вау, 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 вау! Тихо, тихо, тихо! Два круга. Ничего, мы выдержим. Да. Я, конечно же, не мастер по дрифту, но все же как-то умею. Дрифтинг. Это все, что мы умеем. Запомни главное, ты подписчик. Хороший руль. Запомни главное. Ручник и руль. Вот самое главное крутого заноса. Когда ты выполнишь один прием, будут давать тебе очки. А если ты выполнишь за один прием... сотни таких вот приемов, то будут давать очки еще больше. В дрифте могут дать тебе очень много крутых вот этих очков, которые задачи твоих
обогнать соперника по количеству очков. И самое главное, держись подальше от заграждения. Заденет, потеряй все очки. Вот, например. Вот так не надо ни в коем случае делать. Да. Ух ты, опять второй раз не повезло. Но тем более мы уже первые по количеству очков. Так, тихо, Ауди. Надо уже, по-моему, уже заканчивать уже. Ах ты, блин, опять заграждение задел. Воу, класс. Так, 24 секунды осталось до окончания гонки. Можно еще, в принципе, еще какую-то гоночку легкую сделать. Ай. 7 секунд. Ну да ладно, Муна, в принципе, уже останавливался, уже все. И так я уже выиграл. Вот, встречает меня толпа, аплодирует меня. Так, ну и давайте последнюю гоночку. Так, что там новенького? Информация о скрытых гонок, понятно. Ну и давайте сделаем... Что-то посмотрим по карте. Ну, давайте, что ли... Так, вот тут неподалеку есть Street X, вот он, голубой бублик. И вот мы сюда. А я все ищу. Где этот магазин запчастей, блин? Ну вот, теперь нашел уже. Так, поправлю чуток. Вот так вот. Блин, а я все ищу. Где этот магазин запчастей? А где, а как вот Street X вот как же Street X заехать на эту гоночку? Так, у меня еще пару минуточек осталось. Так, как же Street X? Как же Street X? О, вот так. Ну, для Street X всегда я беру я Супру. Ну, давайте на Супре вот поедем на Street X. Тут трасса очень сложная, надо... Так, у нас тут Супра, Королла и Хонда Купе. Погнали! Почувствуй Street X на своей скуре. У тебя нету права на ошибку. Делай, что хочешь, чтобы выбить соперника с трассы. Вот у меня почему-то это не особо получается. Ладно, попробую еще раз. Я что-то отвлекся на словах. Опа, кто-то улетели. Так, надо эту супру еще и кончать еще. Вот так тебе. 4 круга еще! Ёкарный театр. Наверное, затянется эта гоночка надолго. А, нет, не надолго. 36 секунд я прошел эту трассу. Да, я не мастер по Street X, но нормально. За 30 секунд. Итого минута где-то я уже еду.
Так, у меня на счетчике показывают, что надо еще. У меня осталось еще 2 минуты. Давай, моя супра, давай! Да, я совсем забыл сказать, что самое главное в гонках Street X это подобрать хорошую траекторию прохождения поворотов. Но у меня траектория вот такая. Вот так я прохожу я повороты нормально. Наверное, мои подписчики, наверное, и быстрее бы прошли эти повороты. Но тем временем финиш. Так, возвращаемся в город. Да. В общем, мои дорогие подписчики, я забыл кое-что вот на прощение рассказать. В игре Need for Speed Underground 2 есть магазин кузовных деталей, где можно поменять бампера, там, экранные капоты, глушители, диски, все такое. Да, ну вы поняли, что там есть такое. Ну и такие вот штучки, всякие дрочки. Так, ну такой получился большой видеообзор. Обзор игры Need for Speed Underground 2. Ну, такой обзор получился. Всем пока-пока. Пью. Надеюсь, ничего лишнего я не сказал.